Короче, есть у нас тут один артефакт. Он всегда был, а сейчас мы его решили сдуть с него пыль, в прямом смысле слова, распаковать. Это вот эта Сильвия. S15 с левым рулем. На всех пирогах. Вайсфаб круг. Задний, передний. Радиатор в багажнике. Левый руль. Левый руль. Самсонос. Вот такая вот торпеда классная. Аккуратненький, приличный салончик. И самое, ребята, главное, это под капотом. Здесь стоит LS3 на ковке, на сухом картере, с двумя, Вася, турбинами. С двумя турбинами. 1300 лошадиных сил, 1000 там с хером момента. Это очень мощная техника. Машина нашего близкого Степа Крумилова. Степа Крумилова. Строил тоже ее наш близкий Витя, инженер наш. И, короче, мы решили проехать на ней гонку, Den Drift Contest, и, в принципе, ее как бы подстряхнуть костями. Поэтому вот такой план. Здесь у нас еще господин, товарищ Антон Козлов приехал участвовать. А вот он. А вот, собственно, он и есть. Машина любит ласку и смазку. Ты же мой хороший. Здорово. А ты тоже любишь? Да, нормально. Ну, у меня футболка должна быть про масло. Ты гонять? Догонять? Ты гонять? Я, да, погонять. Все, на своей, да. Боевой. А ты видел тачку, которую мы привезли? Ты про Лисян? Да. Не, ну про Лисян понятно, да, красиво. Это? Да. Это на ней капот. Это на ней ты квал не пройдешь? Да. Все как ты любишь. Много момента и мощности. 1300, братан. Твинтурбо на двух турбинах. На китайском колесе. Любители сторис, доброе туманное утро такое. Еду на автодром, на АДМ. Короче, я, помните, обещал Земцеву. О, песня какая классная. Тристик называется. Помните, я... Вон туман, вот смотрите, Вася, красота. Земцев обещал на грозе поехать этап АДМ Дрифт Контест. Короче, вот я, собственно, сдерживаю обещание, только на грозе, не на грозе, потому что гроза еще едет из Алматы. А вот на Сильвии, так что Степа едет, за него болейте. Билеты вот здесь, те, кто может прийти лично поболеть, они очень недорогие, доступные, приходите, болейте. Я там буду, Степа будет, буду пацанов спотырить и желаю им удачи. А еще, вчера, значит, я с утра начал сторис с того, что я был на АЗС «Газпромнефть», где я вставил пистолет в бак, пошел на заправку и сделал себе кофе. И мне несколько сообщений прилетело. А как же, мол, Никита, культура АЗС? Ребята, вот я вставил заправлять бак полный, 60 литров, налей 7, бак полный. И я сделал несколько шагов, нажал на кофе, и кофе было готово. Готов, потому что кофе — это мужской род. Кофе был готов еще до того, как у меня бак запрасся. Так можно. Нельзя, когда ты поставил, отстоял очередь в туалет 40 минут, потом заказал 22 хот-дога, отстоял их. Вот так нельзя. Ну, то есть нельзя задерживать людей. Если ты их не задерживаешь, если ты быстро купил шоколадки и засунул продавцу, и он их обработал, так можно. Вы что, прикалываетесь? Алло. С вами, конечно, пальц в рот не клади вам. Но молодцы, что следите.